Подведены итоги выборов губернатора Самарской области и поселковых депутатов в трех поселениях Сергиевского района. С 8 по 10 сентября работали 35 избирательных участков нашего муниципалитета. Граждане с интересом лично знакомились с новшествами этих выборов. Где-то работали электронные урны для голосования, где-то программа «Стоп-дубль» для исключения возможности проголосовать дважды, а также трудились наблюдатели, общественники и партийцы. В список избирателей на момент окончания голосования были внесены более 33 тысяч жителей Сергиевского района. Почти 4500 из них проголосовали на дому. В итоге лидером выбранной гонки в нашем районе стал действующий губернатор области Дмитрий Азаров. За него свой голос отдали почти 89% голосовавших жителей района. Этого кандидата поддержали все города и муниципалитеты губернии. В Сергиевском районе высокой стала и сама явка на выборы. Явка 81% для нашего района, для Сергиевского района, это очень хорошая и, так скажем, значимая явка. Это практически все у нас были на выборах. В течение трех дней у нас на территории работали 35 участков участковых избирательных комиссий, на которых не зафиксировано ни одной жалобы. И ни одного обращения. В результате дополнительных выборов депутатов трех поселений района в эти дни в Черновке лидерами стали Козлова Ольга и Белова Наталья по разным округам. В Липовском поселении Попов Денис, а в Светлодольске Артур Барсигян.